Доброе утро, девочки. Мы позавтракали. Позавтракали уже. Вот, смотрите. Завтрак был. Чай я попила. Это со вчерашнего осталось. С вечера. Кроватка. Мюсли я кушала ночью. А это, девочки, я оставила. У меня тапок совсем порвался. Сейчас попрошу еще один тапочек. Вилку, ножик помыла, здесь булочка, ну и эти, сыр в коробочке, варенье, масло, и кошар, и брынза осталось. Сахар, девочки, есть, чай тоже есть. А это ложечка деревянная, типа, деревянная палочка, мешать сахар. Вот, это есть, такая вот чайничек, там на две кружки. Закипятить воду. Девочки, зубы почистила. Пойду сейчас утренний макияж делать. Еще мне надо труселя поменять. Сейчас найду. Все. Обход будет сейчас. Врачи придут. Девочки, я сегодня вообще спорджу. Синяки мои все сходят. Это как ожог. Как будто у меня даже был не синяк, а ожог кожи. Кожа здесь прям это, и губы, и нос, в носу болячки какие-то. И, девочки, у меня, знаете, что? Вот это вот увеличилось. Прям мощная такая шея стала. Сейчас сделаем утренний уход за лицом. Девочки, что будем делать? Утренний уход за лицом. Будем делать сейчас. Я лицо мужу, уши помыла, шею помыла. Тоник у меня есть. Алоэ вера. Гидроуроник. Тонизирует и превращает вашу кожу в сияющую. И очищает, увлажняет, тонизирует. Девочки. Здесь болит еще. Еще это. Трубки тоже были. Девочки. Я здоровая кобылица. Очень. Мне понравилось все. К 8 обычно начинается обход. Ну и все. Ручки тоже. Ой, еще синяки тут есть. И здесь тоже есть. И здесь еще вот эти штуки мы убрали. Все-таки, девочки, капельница это хорошо. Че? Мусор? Вот это выбросишь? Ага, ладно. Капельница это хорошо. Там же есть, ну, это, как это, порол вот этот. Температуру снижает. Противо. Понижающая температуру, или как это, забыла слово. Вот. Хорошо. И более обезболивающая. Все-таки за день вот так вот надрикаешься. Там же все равно скопление каких-то жидкостей. Трубки же все убрали. Так через трубки все выводилось. А сейчас самой надо выводить. Кашлем. А у меня сил нету столько. Кашлять у меня еще. Я не могу. Поэтому. Все. Шея прям. Не знаю, шея как у жирафа стала. И длинная, и толстая. Или как у козла. Не знаю, но шея мощная прям стала. Прям вот мощная шея. Не то, что мускулы там, кости как-то. Что мы протез какой-то сделали. Интересно такое чувство. Девочки, и башка перестала трястись. Колбасты йог. Девочки, у меня еще тут есть это. Манзара, девочки.
Шикардосная. Ночью так хорошо. Лампочки вот на этих больших зданиях. Это когда вертолет, самолет летит. Ориентация была, чтобы лампочки вот так мигают. Красные, голубые, синие, белые вот так лампочки мигают ночью. Девочки, надо это немножко себя в порядок привести. И гимнастику. Дыхательную гимнастику надо тоже делать. Подсветок там сзади очень много. Дыхательную гимнастику. Ой, господи, что это я сделала? У меня тут всякие. Колония. Да, лицо страшноватенько. Ну что делать? Ничего не поделаешь. Какая есть. Мокрыми салфетками можно. Можно, девочки, мокрыми салфетками. Душ можно принять. Ну, так как здесь вот рана и здесь еще катетер, его надо закрывать. И одна я не справлюсь. Там есть. Сидеть можно. Девчушка меня так хорошо помыла. Мне очень понравилось. В общем, сейчас баню я сделаю. Девочки, по-моему, доктора уже ходят на обход. А муж пошел. Они сегодня выпишут. Наверное. Сегодня я сильнее дую. Даже три шарика уже. Вот эти два оставшиеся двигаются. Вчера один только еле-еле двигался. Ну-ка, я так могу. О, девочки, я уже могу поднимать, смотрите, наполовину. О, девочки, смотрите. Видели? О, я вообще не могла. Вообще не могла. О, сегодня супер. Вот это сложнее. На вдох сложнее, чем на выдох. Выдох я буквально на второй день. А на вдох, вдох только на четвертый день получается. Девочки, надо губы смазать. Все-таки вот эта дыхательная система загажено у меня. Нехорошо. Нос, рот. Носоглотка нехорошо. И болит все еще. Там меня, видать, во все стороны шмонали. Девочки, хорошо все. Я довольна. Чтоб вкусно пахнуть. Это тоже надо туда отнести. Это можно вот так поставить. Это мусор. Очки. Сейчас, если придут, я готовая. Я уже готовая. Ой. Ой. Все. Да. Лишний свет выключить. Зачем он нужен? Во. И в туалете тоже можно выключить. Во. Только там подсветка осталась. Над кроватью. О, у меня даже сегодня голос прорезался. Хорошо. Прям улучшение. Я сама себя сегодня сильно чувствую. Прям сегодня отлично, девочки. Отлично. Это сейчас заберу подушку, две простыни. Утром забирают, вечером опять дают. Все, девочки. Зажгло. Зажгло у меня там. Огонь зажегся.
Ага, в левом легком. Хорошо. Это хорошо. Процесс пошел. Да. Все, сейчас я немножко. Я и это ноги, нагибы всякие, сгибы делаю. Сегодня я даже нагибаться могу. Вчера не могла. Выпрямить спину могу вот так. Тоже я в три погибели. Сегодня нет, сегодня я могу. Прямо у меня в пояснице все хорошо. Девочки, куру шампуан надо, наверное, на волосы. Ой, сегодня отлично себя чувствую. Сегодня мальчишки должны прийти. Не знаю. Типа рано утром, говорит, приду. Я говорю, вы хоть завтрак сделайте дома. Здесь кормить вас не могу, нечем. Ничего, говорит, мы будем сидеть голодные. Это, девочки, как в гостях. Вот придешь и кушать хочется. И кажется, в гостях все вкусно. Так же ему. Айден пришел, я, говорит, не голодный. А нам только ужин принесли. Там в ассортименте рыба была. И этот, кушбаши, говядина кусочками была. Говядину кусочками каждый день дают. И вместе с ней, ну так как на два человека, либо рыба, либо курица. Вот. Если в обед курица, то на ужин рыба будет. А кушбаши это для меня. Но я не могу есть говядину. Жирновато ем. Маленький кусочек попробую и все. А рыба для меня была суховата. И я не стала. А муж не ест. А рыба из кумру. Такая, как мне показалось, может, аэрогриль какой-то. Потому что суховато. Присутствует какая-то мягкость. Не совсем сухая прям. Нет, ну, влаги мало в ней совсем. И Айден говорит, я буду, оставь. Я говорю, так ты голодный. Нет, говорит, ну, раз вы не будете, я съем. Ну, и я говорю, поэтому ко мне приходите с полным животом. Угощать мне нечем. Все, девочки, буду кашлять. Перчатки сегодня принесли. Оставили опять. Это все заберут. Мюсли кушала ночью с молоком. Не могу никак по-большому сходить. Проблема. А это спрашивают у меня. Вы ходили? Ходили. После наркоза это проблема у всех. И газоотвод тоже проблема у всех. Потому что сил в животе нету. Поэтому. Ну и у меня еще не было аппетита. Я, можно сказать, ничего не ела. В общем, сегодня у меня силы есть. Надеюсь, у меня и с этим. С этой задачей я тоже справлюсь. Девочки, оно вам надо, все рассказываю. Ну вот, влог у меня такой. В моей жизни. Девочки, красота, порядок. Всех вас обнимаю и люблю. Сейчас обход будет. Сейчас муж придет. А вот и муж пришел. Там ходят, наверное, уже доктора. А мне так показалось, что ходят. Ой, я прям сегодня себя отлично чувствую. Семинар. А? Новый семинар вообще. Семинар. Учащиеся. Дина и Мария. А, пересменок. Медсестры, медбратья сейчас придут знакомиться, скажут. Сегодня мы ваши обслуживающий персонал. А тапочек можно заменить, любовник? Сейчас там санитарка тоже пересменок. А мусор ночная что-то не забрала. Она ночью забрала, а утром не забрала. Девочки, мусор и днем, и ночью собирают. Всегда все можно попросить и замену простыни в любую минуту. Постоянно меняют простыни, наволочки. Так, если простынь заменили, наволочку тоже поменяют. Всегда. И, в общем, комплект постельного одну не дают. Все сразу полностью меняют.
Ну, вот у меня две подушки. Две наволочки. Просто и под одеяли. Вот новые эти. Подошли. Тапочки. Новые тапочки. Не, я нагнуться еще не могу. Ты мне поправь. Ну, это какие-то другие. Ты мне не сюда, что ли, или сюда? Ну, это какие-то другие тапочки, любимок. Вот так надо. Новые, сложно. Вот. Тапочки. Все, новые тапочки. Красота, порядок, девочки. Ну, как пахнут сразу они. Китайские, видать. Приходили девочки доктора, профессор и доцент. Сначала доцент, потом профессор. Семих профессор и доцент Гёкан. Гёкан, по-моему. Вот. Выписали меня. Сказали, когда будете готовы, девочки вам сейчас все подготовят. Зубы, говорит, когда хотите, придете, сделаете. Эстетику у меня будут. Вот здесь три зуба поправят. Это ожог пройдет. И я показала свои успехи. Он говорит, ты когда вот так вот делаешь, ты должна до конца, чтобы шарик у тебя вот здесь по максимуму стоял, держался. Не так сразу подняла и опустила. Нужно, чтобы он еще стоял. Я говорю, я говорю, я только сегодня, он у меня начал, ну не сегодня, вчера начал подниматься доверху, а вы мне задачу усложнили. Он говорит, да, и вот так, я говорю, чок зорбу, потому что надо, что это, вдыхать на себя. Это очень, и тоже надо, чтобы стоял шарик. А я не могу вдыхать. Все, сил нету больше. Я ему два раза показала, он говорит, молодец. Хорошо, говорит, у тебя все хорошо идет процесс. Они же мне делали рентген еще в реанимации. Все хорошо. Через 7 дней на контроль, типа мы напишем, позовем. Ну, обезболивающие дадут. Это перевязочный материал дадут. Душ можно. Всегда только закрывать надо шовчик. Через 3 дня снять повязку. Йодом обработать. Но у них не йод. Наш йод, он на спиртовой основе. В турецкий йод нет. Спиртоёк там. Вот этим йодом обработать. И чтоб открытое сохло. Швы сами рассосутся. Все, девочки. Молодая кобылица. Готова. Все. Ну, я сегодня вообще шикарно чувствую себя. Я с 3 до 5 ночи же спортом занималась. Ну, как могла. Дышала. А у мужа один глаз. Спит, один смотрит. Че он тут? Муж говорит, горло першит. Здесь же кондиционер. У нас с ним разный тепловой баланс. Вот. В общем, девочки, все хорошо, прорвемся. Все хорошо, девочки. Я довольна очень. У меня здесь завтрак остался. Надо докушать. Я бы манную кашу бы сейчас съела. Манную кашу очень хочется. Диваны такие. Диваны, девочки, не кожа вроде. Кожезам какой-то. Такая. Каждая палата имеет... О, сыджат чоколата. Каждая палата имеет вид из окна какой-то. Вот у меня на лес. Сыджат чоколата. А, чай, говорит, надо горячий, тепленькое, говорит, надо пить. Пить жидкости побольше.
Так это чоколада или какао? А, молочное какао это, девочки. Сколько? 12 или 15? Горячий шоколад. Ну, это какао. С молоком, наверное, да? Девочки, ваше здоровье. Ну-ка. Айден? А, Айден пришел, кажется. А Уктай не взял? Он же говорит, а Уктай возьму. Кошек нету? Нету. Угу, вкусненько. Сладкий? Я съем то, то не отдавай. Что это у нас-то? Как у тебя дела? Как? Все нормально? Че, у Ктайчика нельзя? Че? А? Akşam. Ты тоже что-то пьешь? А? Как кофе тоже пьешь? Надо было пальчик тоже взять. Ну, одному скучно же дома. Спросил. Он говорит, я вообще ничего не понял, что говорит. Что-то сказал, что, говорит, сказал. Сбахчи, говорит, крикнул, я вообще ничего не понял. А сколько кофе вот это стоит? 20. 20? 12. А, ну, значит, у меня тоже какао 12, да? Кое-какие 14 стоит, кое-какие 12. Ну, это какао. Какао с молоком сладко. Чоколада. Сыджак чоколад. Сахар нормальный? Да. Хорошо. Ну, бывает слаще. Вот да. Айден здесь, вы разберетесь. Я пойду курить. Хорошо. Не разберетесь. Так девочки придут, наверное, сейчас повязку менять. Или нет? Попросить перевязочный материал надо. Икея. Икея, если придет, да. Ильке же уже вот не зашла даже. Еще зашла? Просто. Она не зашла. Она же была дома? Да. Сейчас просто они... А зайдя? Пропустим? Я и поняла, но она не зайдет. Зайдет? У нее рабочее место здесь вообще, понимаешь? Она в середине здесь гуляет, потом идет. Ладно, я скажу Ильке ханам, как это называется, перевязочный материал? Ханым даже не говорили, они были дети, Ильке. Ладно. Как это? Бант? Вязь панты? Балсуман, да? Балсуман. Доктора звонят. Балсуман? Балсуман? Пансуман. Пансуман. Доктора звонят. Пансуман. Да. Запомнить бы еще. О, Айден, смотри. Оказывается, надо задержать здесь шарик. Ой! Надо, чтобы шарик здесь стоял. Ну да. А чей? О, кызынген мәселе. Ага, уже много. Все, девочки, буду ждать. Он с ума. Вот рецепт мне выписали. 2 дня пить по 1 таблетке. 1 день вот этого. Не на голодный желудок надо пить. Это против боли. Вот. Пейте, говорит, 2 дня. Пейте, потом сами решайте. Вот 7 их, доктор, профессор.
Вот так ciğer. Ben şimdi gelecek bir şey görmedim. Ben de görüyorum. Bu ne izleyebilirim böyle he he falan geçiştiriyorum. Gülüyormuş gibi yapıyorum. Zaten direkt geldim dedim. Вот это мне сделали, девочки. Операцию. Тихо. Альдин у нас уже устал. Девочки. Здесь что написано? Здесь написано, в общем. Она рассказала все. Девочку зовут Ильке. Принцип. А мальчика зовут Парол. Шучу. Вот, мазь. Ну ладно, не надо. Помазали. Я говорю, так 4 дня уже прошло, что? Сейчас только вспомнили. Она говорит, не забудьте типа взять домой с собой. Подарка. Бесплатно. Я говорю, так я мажу. У вас, говорит, уже лучше. Я говорю, так я мажу. Потом протеин кушать. Себзе кушать. Движение на воздухе. Если, говорит, устали, полежите. Дышать, вот эту дыхательную гимнастику делать, шарики гонять. В общем, в движении надо быть, в процессе движения. Ильке Ханым посмотрела на Айдынчика, Айдынчик посмотрел на Ильке Ханым. Ну, эта девочка себе цену знает. Уж больно дорогая девушка эта. В общем, интересовались они так. Молодежь. Сейчас еще придут, мне снимут. Или еще что-то будут делать. Посмотрят напоследок. Перед тем, как отправят домой, наверное, еще что-то сделают. Я уже, девочки, почти молоко все выпила. Мюсли почти все съела. Она говорит, самая большая проблема – это запор. Чтобы запора не было. Потому что это будет боль. Ну, не нужен же запор. И газы надо, чтобы отходили. Бас-газа, ашикам, бас-газа. Вот. Что еще он сказал? Ну ничего, все одно и то же. А, баню. Баню можете, говорит, принимать. Можете закрыть, если намочите. Ну, там, в общем, ковыряться, говорит, не надо, чтобы инфекции не было. А то придется. Придется потом это скрывать. Аккуратно надо быть, не намочить. Если намочили, сразу прак чистой вот этой, они дали, вы попросили, они дали стерильные повязки промокнуть. Через 3 дня, говорит, открыться, чтобы открытая была, не надо повязку уже. Вот сейчас я приду домой, 2-3 дня, потом открыть. Ну и вот этим йодом, я же говорю, каждая медсестра приходит, одно и то же говорит. Ну, Ильке Ханым уже конкретно все сказала. И росписи везде я оставила. Любименька, тапочки мои не забудь. А мешок не йог. Вар. Тапочки я только в баню с этими тапочками. С тапочками. Чемодан. Сейчас тапочки завернем. И кашлять, говорит, надо. Кашлять, говорит, это хорошо. Хорошо это кашлять. Они говорят, в субботу, типа, приходить на контроль. Но, говорит, мы вам еще сообщим. Иди отсюда. Визитку, типа, позвоним. Там мешок, сынок, мешок дай, мешок. Не-не, там щетка мокрая, вода сейчас польется. И я зубы хотела почистить, подожди. Да, один мешок. А что, надо уже собираться? Мне же еще ничего не сделали вот с этим. Собираться, зачем мы все отдаемся? Еще вот это вот не сняли. Все хорошо, ничего страшного. Может, еще обед принесут? Сиди, мы тебе халат одеваем и пойдем. Не, зачем халат? Ничего не надо. Я черный панталон одену.
Машины отсюда и свет нет. Не, я черный панталон одену. Черный панталон одену в этих белых вообще. Так, ребята, все понравились. Он хочет. Комментарий ждет от вас, ребенок. Про усы. Вот таракан на усике. Тебе не понравился? Да? Не знаю. Нет? О, усы понравились. Всем нравится. Особо женщинам. Девочки, вам как? Усы нравятся? У ваших сивгили есть усы? У моего йог. Рыжий, самый большой рыжий понравился. Усы. Рыжая борода, рыжие усы. Не, борода не будет сегодня, трашите. Просто усами. Трашите. Еще вот так, как гусар, надо закрутить. Как этот мультик же есть? Сыр! Чип и Дейл спешат на помощь. Там толстый крысёныш. У него усы такие были. Он когда сыр видит. О, сыр! И у него... А, ничего не... Нет. А я говорю, вот это стекло-то. Нет, когда там сидишь, вверх, что-нибудь потолок, видно? Я потолок вижу, а это что здесь? А это нет, это павлиний хвост зарисовали, и ничего не видно. А я думаю, я пойду, а там, наверное, все видно. Силуэт же все равно какой-то видно. Здесь вот зеркала не хватает. Лучше б... Ну, в принципе, в больнице зачем зеркало? В туалете зеркало есть. Интернет вообще здесь плохой. С Октайм разговаривали, вообще ничего. Он говорит, я тебя не слышу и не вижу. Через раз. Очень плохо. Айден тоже спорт делает. Стоит. Кривляется. Молодежи много здесь. Очень много девчушек всяких. Зубы пойду чистить. Вот эту штучку снимут. И все, собирать манатки и идти домой. Обед принесут. Ну, обед принесут. Ну, где-то 1:30, а время 12:30. Может, мы уже 1:30 дома будем? Или подождать? Подождать обед. Зачем они тебя в обед? Я дома будешь. Не хочешь давать? Инжир принесли 2. Я съела. Вкусный очень жир. Теперь надо зубы чистить и молоко выпила. Я уже молоко не хочу. Вам надо яйца купить, у нас дома нету. Йогурт купить, молоко купить. И курицу купить. И все. Все, пошла зубы чистить. Эй, девочки, пойдем. Выписка. Домой пошли. Давайте, говорит, на арабавас до машины. Типа ясак, надо больного на тележке вот это сидячий. Я говорю, не надо, мне надо ходить, движение мне надо. Она говорит, правильно, правильно. Я говорю, не надо, а тут с лифта спустилась и сразу в гараж и араба. Вот теперь надо сидеть хорошенько, чтоб не качало. Так, давай организуем это. Не, мне хорошо. Я на качалке когда сидела. Крестоп отнять немножко? Не, наоборот не надо. Отпустить? Не, вот так отлично. Когда что-то будет качаться, я вот так привстану, и спину трясти не будет. Во. Во, девочки. Вот эти здания, девочки, я лежала, видела. Ночью они светятся фонариками вот так. Не знаю, показала, не показала. А, кто-то звонит. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is.